Всем привет, с вами Алекс и сайт 3mpc.hb. В этом видео хотелось бы запустить... Все, сейчас начинаю серию игр запуска на слабом ПК. Причем не только на 550, на 630 еще видеокарте. Потому что пишут, хотят... То есть есть спрос, поэтому, конечно же, запущу те игры, которые, ну, реально пойдут на 630-ки, более-менее новые и востребованные. Итак, а пока Watch Dogs 2, вышел первый патч 1.06. Ну как, там... Ну да, фактически первый патч 1.06 на 400 мегабайт, ну, по крайней мере, в Uplay обновился на 400. Хотя отдельно он что-то на 153 весит. В итоге вышел первый патч, на среднем ПК я запускал, мне показалось, что он достаточно-таки прибавил FPS, пятерку оптимизон он тоже какой-никакой завозил, хотя в Watch Dogs 2 и так хороший оптимизон, то есть очень-очень мне нравится оптимизон в игре. И сейчас хотелось бы запустить с этим уже патчем обновой на слабом ПК. Итак, на каком же слабом ПК я запускаю Watch Dogs 2? Сейчас. Потом еще, кстати, на 630-ке тоже хочу, ну так, как эксперимент запустить. Так, FX6300 Pro с 6-ядерный, но 2 ядра отключил, в итоге 4 ядра. Фактически 4 ядра, 3,5 ГГц. Это как FX400, 450 там. Оперативки 4 ГБ всего лишь, файл подкачки поставил на 9 ГБ. Поэтому, ну, можете и 8-9 ставить, это вполне норм. Мне что-то захотелось 9 поставить. И видеокарта Radeon GeForce GTX 550T поставил самый новый драйвер, который только что вышел. Кстати, секунду, сейчас посмотрим, что он привносит. Так, значит, вот он, этот новый драйвер 376.19. Давайте, компания NVIDIA обеспечила так оптимальную поддержку. Oculus, Home, все дела, какие игры, 376, так. Ладно, секунду, сейчас, может быть, еще немножко подвезли драйвера, принес бы поддержку. Так, 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 убирайся. Профили 3D Vision для... Так, это не так важно, это тоже Crytek, Oculus, вся фигня. Сейчас, секунду, по-быстрому на офсайте посмотрю, может, еще по Watch Dogs еще что подвезли или еще как. Так, ворвался сюда, в описание. Вроде бы это драйвер, нету никаких суперских улучшений для там каких-либо игр, в основном для VR, для Oculus. Но все равно, конечно же, лучше ставить новый драйвер. Я сейчас поставил и новый драйвер, и патч. Сейчас посмотрю, сколько будет вообще, как будет игра работать на этой системе. 4 ядра, 4 оперативки и 550T видеокарта. А, напомню, системные требования. Минималки для Watch Dogs 2 i5-24-00 или FX6-120. То есть не подходит проц. Ну, 6-ядерный, то есть 6 ядер фактически, или 4, и от Intel, или и 3,5 часа, но частота подходит, 6 гигабайт ОЗУ не подходит, у меня 4 только на этом слабом получается сейчас для запуска, и видеокарта уровня 660 с 2 гигабайтами минимум памяти, но в то же время я запускаю на 550, на которой только гиг памяти. Хорошо, давайте сейчас начинаю всю эту фигню закрывать и посмотрим весь мониторинг, все дела. Так, все отрубаю, все, конечно, на слабых ПК нужно следить, все отрубать, все говнище, которое забирает видео память, оперативную память забивает. Желательно, конечно, кстати, наверное, еще сделаю небольшой списочек, какие процессы безопасно можно отключить, которые тоже поджирают эти процессорные ресурсы. Ну, имею в виду службы отключить. Так, все потрубал, вроде бы все лишнее все отрубил. Да, службы тоже иногда можно отключить, особенно помню, ну да, еще там пораньше, так сказать, лет 10 назад, там мы все бегали за отключением служб, там все улучшали системы, потому что раньше, да, действительно, каждых 100, 200, 300 мегабайт оперативной памяти это было, ну, действительно важно. А сейчас ставишь себе 4, 6, 8, блин, и можно за этим, в общем-то, почти не следить. Так, хорошо, давайте чищу оперативку по максимуму, вроде бы почистил, сколько можно было. Так, в итоге, что у меня там по оперативке, сколько чем занято сейчас? Блин, стоп, закрепил. 1.16, ну бывает и побольше, можно почистить. Ну, Uplay может поджирать запись видео. Ладно, хорошо, все, захожу в игру. Так, ну что, я в игре, в настройках. Давайте смотреть. Так, какие тонкости? Ну, как всегда, пока Full HD, но, правда, в окне чуть-чуть сожрало, капельку сожрало, не 1920, а 1080, капельку меньше, но ничего страшного, там несколько пикселей особо не сыграют роль. Так, почему в окне, тоже не спрашивайте, нужна такая необходимость для мониторинга.
Но в окне без рамок, кстати, во многих играх еще и дает плюс к стабилизации FPS. Так что не нужно говорить, что слишком много жрет. Где-то жрет, не спорю. Но попробую здесь в то же время вам скажу, как было в полном экране. Хорошо. Давайте пока здесь все. Обязательно плотность пикселей еще использую меньше, потому что в прошлый раз, блин, не сделал этого. Хорошо, давайте, все супер низкое поставил. Первый патч стоит, все, что дрова обновил, кстати, тоже. И давайте сейчас посмотрим, что же будет, какой FPS в игре. Запускаю. Так, ну что, я в игре. Вот и он, Watch Dogs 2 на слабом ПК, уже запуск с патчем. Да, кстати, пятерку вот жирает FPS, у меня 22 сейчас показывало, 17-16, сейчас немножко подупало. Но у меня показывало сейчас 22, это учитывая Full HD. Давайте немножко сейчас побегаю. А, сейчас, секунду, яркость, наверное, многовато, секунду. Все, вот, в общем-то, яркость стандарт. Вот сразу же включаю запись видео и жирает 4 кадра. Вообще 22. 20 плюс показывает здесь, казалось бы, в городе, трафик, все дела, день, солнце какое-то светит. То есть, может быть, 20 плюс. Смотрите, проц прогружен, просто сумасшествие, на 100%, в шоке просто. Ну, конечно же, можно было бы попробовать еще в разгоне, сколько даст прирост FPS в Watch Dogs, потому что разгон, в общем-то, тоже каждому доступен. Ну, правда, не на всех процах, но все-таки доступен этот разгон. И можно тоже без вложений, так сказать, попытаться поднять FPS с помощью разгона проца частоты, потому что... Да, указано минимум 3,5, но как-никак, все-таки хотелось бы попробовать. Возможно, попробую, кстати. Да, возможно, попробую. Но смотрите, давайте по мониторингу сразу. Так, 60 температура, видеокарта на 70-80% загружена. Так, дальше. Так, чип, понятно. Вторая строка видеопамяти, кстати, жрет всего лишь 839 из гигабайта. То есть фактически не упирается сейчас видеопамять, потому что, ну, как видите... Из гигабайта всего лишь жрет, видите, сколько. FPS, да, пока 16-17, но пятерку прибавлять. Вот сейчас давайте я без записи видео. Да, вот сейчас бегу по этой улочке и показы 20, 21, 22. Без падения, там ниже 20-ки. То есть вот по этой улочке я пробежал, по которой мне сейчас 17-18 показывает. До 14 просадка. Поэтому пятерку прибавляйте. На этой системе обязательно пятерку можете прибавлять, получите. Так, дальше, что проц 100%, просто сумасшествие, проц в шоке, проклинает все, говорит, ё-моё, куда вы меня забросили, пожалуйста, выкиньте лучше меня куда-нибудь в речку, я хочу умереть. Так, оперативки, последняя строка жрет 4 основных, то, что у меня вот 4 стоит, и еще с файлом подкачки, еще 3 гигабайта файла подкачки поджирает, в итоге 7. Ну что по итогу сказать, пока вроде бы упирается в проц полностью, вообще 4 ядра, то есть загружены под завязку. Так, вот тоже оживленный достаточно таки перекресток. Сейчас я еще попробую во что-то сяду, в какое-то транспортное средство и прокачу свою смугленькую задницу. Так, ну пока, как видите, вполне себе можно играть. Кто-то скажет, да, блин, чё ты, 20 FPS, это ж позор, невозможно. Ну, блин, играют многие, вполне можно играть. Если действительно слабый ноут, соответствующий примерно такому, как этот ПК, то почему бы не поиграть? То есть теоретически вполне возможно. Хотя лицуху, конечно, я бы пока не спешил бы на слабом ПК покупать, потому что, ну... Возможно, вам и не понравится. Ну, хотя, честно говоря, если кто привык, так и знает, что это значит на таком FPS, то что тут. Так, падение до 12, секунду без записи. Без записи под 20-ку показывает 17-18 в машине. Поэтому, блин, ну, пятерку прибавляйте, пятюню без проблем. Так, что еще хотел сказать? В общем-то, да, поэтому все, сейчас буду разрешение снижать. Кстати, давайте, пока я Full HD, давайте-ка я врублю решение. Ну как же без него, как же без того, чтобы не убрать мыло в какой-либо игре? Я даже мыло в жизни, блин, выхожу на улицу, смотрю, да что за говно, какое-то муть, срань. Убираю мыло и иду себе по делам. Да, да, возможно. А я вам говорил, что такое безумие? В плане мыла. Да, да, такие дела. Так, значит, давайте, все, врубаю. Одна кнопка всего лишь. И вот такую картинку получаю. FPS вроде бы настроился, стал таким же. Ну, сейчас давайте без записи попробую. Ну, как сказать, возможно, он здесь решит поджирать несколько кадров. Но если у вас норм кадров, и вы играете
на там 30+, то обязательно смотрите, или вы будете играть с такой мутной, ну сейчас на солнце выйду. Ну и смотрите, или вы будете играть вот с такой вот мутной, ну графикой. Не, ну устраивает, вопросов нету, мое дело просто предложить, понимаете, или вот с такой вот. То есть смотрите, окружение, а дождь, когда пасмурная погода, даже на низких картинка становится намного круче, просто обалденно. Ладно, давайте буду снижать разрешение и пока без решейда. Так, ну что, я снизил до 1280 на 720, видеопамяти жрет уже якобы 1500 нужно, но давайте, еще, кстати, этот, плотность пикселей, то есть масштабирование не снижал, чтобы поднять FPS, давайте ворвусь сейчас. Ну, разрешение, я думаю, здесь не нужно перезагружать пекарню. А стоп, блин, решейд автоматически был включен. Так, секунду, секунду. Так, снизил вроде бы, сейчас, дайте-ка без записи видео. Да, без записи супер, я серьезно говорю, до 26, до 27, даже могу скриншот что ли сделать, вот только врубая запись. Снижение разрешения действительно повышает FPS, можно на этой системе получить 25-27 кадров под 30-ку. То есть фактически неплохо, неплохо становится, но в то же время только врубая запись, даже 10-ку сжирает, вот серьезно говорю, на 1280 сжирает 10-ку. Так, хорошо, хорошо. Так, что по мониторингу? Видеокарта на 48%, да, еще меньше пространства для обработки графики, так сказать, пикселей. Проц на 100%, то есть обработка вычисления на то осталась. А оперативки 3.9 жрет, 7.2 подкачку вместе с оперативкой. 838 жрет видеопамяти уже. Ну, понятно, что в процессе игры она еще больше подгрузится. Блин, что-то вообще с записью видео вообще подупал FPS. Блин, как бы это мне вам так показать? То ли скриншот сделать. 27, вот у меня сейчас, секунду, я еще отрублю. Даже 29 с падениями до 24. То есть, ну, плюс-минус пятерка кадров. Очень круто, можно играть. Поэтому всем, у кого такая система, или даже на 630-ке я попробую, потому что огонь работает. И даже на 630-ке теоретически можно будет получить с снижением разрешения и плотности пикселей, я думаю, 15-20 кадров можно будет получить. То есть суперский оптимизон в Watch Dogs 2. Но возможно, да, на сверх, на ультра настройках у кого-то есть там проблемы, но это уже проблемы с суперскими тенями, сглаживанием и так далее. Поэтому это уже совсем другая история, так сказать. Так, давайте тогда сейчас еще плотность пикселей посмотрю. Так, ну что, плотность пикселей поставил 0.65, как обычно и советуют, такое вот более усредненное значение. Давайте ворвусь. 38 скакнуло сразу же. Воу, тихо, тихо, ты чё там, автобус, блин, сумасшедший. Да, картинка подупала, сейчас, секунду, дайте без записи. Офигенно, без записи 34 кадра показывает, то есть реально, то есть в игре снижение разрешения повышает FPS, и плюс еще можно масштабирование тоже, но может вы 0.65 не ставьте, чтобы такая картинка уже слишком лесенкой была. Ну, если вам нужно еще FPS, ну поставьте 0.80, 0.8, 0.90, то есть как уже там получится. Да, вот запись видео здесь именно поджирает FPS. Давайте, что еще? А больше тут ничего не сделать. Так, проц все так же загружен. Оперативки чуть-чуть меньше жрет, 3.8. Так, FPS, ну да, FPS такой, к сожалению, пока. Ну, я же говорю, рассчитывайте на то, что примерно, если у вас такая система, вы можете получить 30-ку FPS и вполне себе играть. То есть можно снижением разрешения и плотностью пикселей на крайняк. А, кстати, здесь еще есть более низкое разрешение, секунду. Здесь же еще есть 1024 на 768, вот это действительно супер. Казалось бы, многие разработчики, да мы уже не добавляем такое, там же в мафии, то и все. Куда это уже, позорище, там все дела. Ну пожалуйста, а в Watch Dogs 2 оно есть, то ли с патчем его завезли, то ли еще как, блин. Так, опять автоматический решейд врубился. Так, давайте проеду. Запись видео нифига не дало. Ну, сейчас без записи. Ну, не особо что-то дало. Максимум был это 33, наверное, или 34 с падениями до 23. Ниже не падал, вот, пока я ехал. А вот только писать начинаю видео и сразу падение. Так, ладно, наверное, на этом пока все. Вполне себе можно на такой системе поиграть. Хочу еще на 630-ке запустить. А так, наверное, неплохо, неплохо. Оптимизон Watch Dogs 2 неожиданно очень крут. Мафия 3 рядом не стояла, даже не пробегала в какой-то вселенной отдаленной, так сказать, галактике. Ладно, не буду уже
так сказать, в отдаленной галактике. Даже и не так. В общем-то, круто. Watch Dogs 2 вполне можно поиграть, получить 30 FPS. Буду еще попробую на 630-ке запустить. Ну да, я понимаю, что почти неиграбельно. Даже, ну, фактически для большинства неиграбельно. Но все равно интересно, как эксперимент чуть позже запущу. Ну, наверное, на этом пока все. Как видите, все, что мог, вроде бы сделал, все показал. Это с новым патчем, с новым драйвером. Вполне можно на этой системе играть. 30 FPS получить на 1280 на 720 можно. А что еще нужно в такой ситуации? В общем-то, терпимо. Не забывайте смотреть на ссылки в описании, там выкладываю что-то интересное и по Watch Dogs 2, и статья с советами и рекомендациями, и этот ПК, на котором запускаю, и так далее, и тому подобное. На этом пока все, с вами был Алекс и сайт rmpz.by. Спасибо за просмотр.